Мученица Параскева Степановна Кочнева появилась на свет в простой крестьянской семье в 1890 году. До 1932 года она проживала в селе Кочневе Оренбургской губернии. Там она закончила школу. Когда с приходом большевиков к власти начались гонения на православную церковь, Параскева прислуживала в храме. Она яростно защищала церковь, не давая закрыть сельский храм. В 1932 году ее заставили уехать из родного села. Женщина осела в Челябинской области, в городе Миасе. Там она стала сторожить церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского. После некой размолвки с псаломщицей Параскева переехала в село Вознесенское. Прожив там год и прислуживая в местном храме, женщина вернулась в Миас и стала членом церковной двадцатки при Александро-Невском храме. В 1937 году был арестован местный священник. Нового не было. Каждого из предложенных кандидатов власти города не допускали к службе. Поэтому Параскева инициировала жалобу в ВЦИК. Она сама отправилась в Москву с этой жалобой. Сперва поехала в ВЦИК, а после к предстоятелю Русской Православной Церкви. Им в то время был заместитель местоблюстителя, митрополит Сергий Строгородский. Владыка благословил сидящего к нему на прием священника служить в Миасе. После благословения митрополита Параскева вместе с батюшкой отправилась на Казанский вокзал. Там же их двоих и арестовали. Священник родился в Бессарабии. В то время эта территория отошла к Румынии. Пресвитер хотел вернуться на родину, где жили все его родные. С соответствующим запросом он обращался в румынское консульство днем ранее, 29 декабря. А уже 30 декабря их двоих после ареста прямо на Казанском вокзале отвезли в Бутырскую тюрьму. Святую Параскеву допросили. На вопросы о том, вела ли она контрреволюционную агитацию, женщина ответила отказом. Мученица подтвердила, что является активной церковницей, входила в состав церковной двадцатки и охраняла церковь. В середине февраля 1938 года тройка НКВД вынесла свой вердикт для Параскевы Кочневой. 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Мученицу отправили в Бамлак. Ей пришлось отбывать срок в еврейском автономном округе, в Буреинском железнодорожном лагере. Он располагался на станции Известковой. Во время работы ее раздавило. С тяжелыми ранами женщину доставили в лазарет, где она скончалась. Это случилось 8 апреля 1939 года. Мученицу похоронили на лагерном кладбище. Святая была причислена к лику святых новомучеников и исповедников российских 16 июля 2005 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви. Дни памяти. 8 апреля, 26 марта по старому стилю, а также в соборе святых Биробиджанской епархии, в соборе святых Челябинской митрополии и в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Святая мученица Параскева, моли Бога о нас.